Всем привет! Сегодня делюсь с вами моими покупками. Я уже отснимала видео о покупках. Вот это вставлю тогда в начале видео. Ну, еще вот тут за 2 дня кое-что было. И думаю, не оставлять. Быстренько сниму это все, уберу и объединю в одно видео. Потому что то видео еще не выложила. Давайте покажу, что было куплено. Были и хозяйственные там покупки. Продуктовые я здесь ничего показывать не буду. И ничего такого интересного не было. Неохота мне как-то сейчас продуктовые снимать. Вот купила сегодня в хозяйственном магазине эмаль-акриловую для радиаторов. Она идет без запаха, потому что не нашла я ни лак бесцветный без запаха у нас. Или идут с запахом, или для дерева они с таким коричневым оттенком. А я в белую краску красила дверь в ванной и вот эти все откосы, потом в кладовку дверь. Потому что затирается, муж у меня еще в ванной курит, и поэтому надо мне, чтобы я могла мыть краску. А там была не глянцевая, ее желательно не мыть. Поэтому я пока вот дверь в ванной, в первую очередь, там все эти откосы, все покрашу. А потом еще баночку докуплю. Зарплату получу еще одну. Здесь 0,8 килограмм. Но тут на один раз будет достаточно, потому что я там хорошо на 2 раза покрывала, все покрасила отлично. 1 раза, чтобы сверху шла вот это. Может быть, сегодня уже после генеральной уборки сделаю. Сегодня у меня вот генеральная уборка дома. Далее в фикс-прайсе вчера купила сестренке вот такой вот органайзер для косметики и аксессуаров. Она попросила, в ее фикс-прайсе нет вот для салфеток, вот такой вот, ну, для бумажных салфеток. Таких вот она будет сюда их складывать и вытаскивать, куда ей хочется. Я пока что тут такой органайзер не хочу. Я видела, у многих он есть, но пока нет. Далее вот в хозяйственном магазине, в частном, где вот и краску, потом еще покажу, панели покупали. От Sunny Day вот такой вот освежитель воздуха, прям что-то мне захотелось его купить. Кофе по-восточному, 3 в 1. Так, свежесть, увлажнение и настроение, бодрящий аромат. Да что ж ты, не ловит фокус. Свежесваренного кофе, вот, 300 миллилитров, 200 грамм. Ну, аромат действительно кофе. Пробовала. У нас там автоматический ванный. Этот, если что, по комнатам буду. Прямо там много разных было. Я вот кофе выбрала. Далее в монетке купила вот такие колготки от Encanta 40 Den. Мне цвет понравился. Люблю такие коричневые. Диана 4 взяла, 4L. Там что-то не по 198 вроде. Но я цены назову, какие у меня есть тут чеки. Губку фикс прайс. Вот эти 5 штук от Bon Homme. Повторила. Очень они мне нравятся. Далее, фикс прайс, ну, вот это возле работы. Увидела 2 новиночки, купила. У нас мы вчера вот заходили, я только сестренке вот купила органайзер, губку взяла. И вот печенье еще купила. А, и вот другие губки покажу. У нас там ревизия была, девочки уже пересчитывали, поэтому товара вообще практически не было на полках, полупустые. Но они, видно, специально со склада ничего не выкладывали, чтобы проще было считать. Поэтому немного взяла. Ну, а вот это в другом. Фикс прайс увидела. В нашем вот, кстати, этого вчера не было. Так, это у нас от Флорисан. Такая вот новиночка. Я не видела у нас до этого. Рисовый скраб, чистота и сияние для лица. Очищает и освежает, передает сияние. Я вот как купила клубничку, и правда ягодами пахнет. Он там не зафольгированный. Я приоткрывала, 150 миллилитров. Но аромат вроде бы как не химозный. И наконец-то вот в том фикс прайс появилась, но вчера у нас не было. От Лолис вот такое вот мыло. Увидела у девочек с гранатом. У нас пока только лаванда в одном от фикс прайс. Я просто рада. Это Турция. 100 грамм кусочек. Оно идет в упаковочке. Сейчас вам покажу. Я еще там вчера фикс прайс кружечку маленькую все купила. Тоже видела у девочек в обзорах. Покажу вам. Сейчас сполосну. Уже чай пью. Кофе можно. Она такая как кофейная, но я и чай пью. Мне сейчас нравится пить с маленьких кружечек. Вот он такой. Но аромат легкий идет. Еле-еле упаковка прям плотная, хорошая. Вот она, видите, я как понимаю, с кусочками, наверное, лаванды, с вкраплениями. Очень я так хотела это мыло. И теперь оно у меня тоже есть. Хотя бы лаванда появилась. У кого других турецких нет больших кусочков. Вот не знаю, почему нам не привозят. Очень жалко. Затем на работу, так, это в красно-белом, купила вчера опять вот этот чай Акбар, только уже взяла садовые фрукты. Там были ягоды, вроде бы я брала на работу. Мне он понравился, очень вкусный. И он там заканчивается, вот я взяла еще себе на работу. Вот такой пакетированный чаек. Люблю вот всякие фруктовые. Затем
фикс прайс от Дымки сдобные вафельки с орехом. Ну, они как печеньки. Очень мне нравятся, вкусные. И вот эти губки. Набор губок металлических купила от Bonhomme. Тоже они мне нравятся. Вот эти по качествам были, мне кажется, лучше. Вот я их купила вчера. Так, ну и вот кружечку белую вам сейчас принесу, покажу. И покажу панели. И еще посылку с Китая получила. Выигрыш мой опять на Джун. Еще второй выигрыш. У меня там идет щеточка одна. Мне что-то все такое хозяйственно-домашнее теперь попадается в выигрышах. Щеточку потом покажу. Она еще не пришла. А вот плинтуса такие клейкие выиграла я. Как раз вот под панели наши. Вот. Я их сегодня уже получила на почте. Так. Ну, сегодня там были еще в монетке конфеты брали. Ну, не хочу я их снимать. Уже в вазу положили. Так, вот в хозяйственном. Ага, не наш чек я взяла. Я думала. Вот освежитель 55 рублей стоил. Краска вроде бы 280. Вот так вот примерно помню. Так, монетки чек. Колготки что-то я не вижу. Конфеты, конфеты. А вот колготки. Женские, Инканта. О, 149 даже, а были вроде 198. Вообще хорошая цена. Так, дальше. Печенье, сдобные вафельки 55. Губки хозяйственные поролоновые 59. Салфетки, коты еще влажные детские. Вот я брала в розовой упаковочке. Они уже в ванной по 99. Чашечку чайную я вам сейчас покажу 55. Органайзер для косметики 249 и набор губок металлических 51. Вот. Ну, сейчас принесу кружечку и панели вам покажу. Вот такая вот кружечка. Она вот как ягодка. Маленькая вообще. Вот смотрите, ладошка у меня. И вот она в форме, ну, не знаю, ягодки, не совсем, но вот прям милая. Мне сейчас нравится почему-то чай, даже не только кофе пить, с маленьких кружечек. Вот такая красота. Я увидела, у девочки тоже захотела в покупках. Ну, вот они у нас появились. Пока одну купила муж. Не знаю, может быть, потом еще одну куплю. Дочка приезжает, она пьет с больших. Сын тоже с больших. Поэтому пока одну, но может быть, еще одну куплю. Все-таки, может быть, дочь летом приедет, будет пить или муж захочет. И она вот прям прозрачная такая. Вот, как видите, просвечивает немножко. Но вроде бы как и не тонкая, тонкий материал. Это от Kitchen. Ну, этикетку вчера отмыла, отклеила, что-то не глянула, из чего изготовлена она. Ну, не сказать, чтобы сильно легкая, такая средняя. По идее, маленькая, что так просвечивает, но не легенькая и не тяжелая. Ну, красота вот прям. Очень понравилась. Ну, в общем, такую кружечку себе немножко порадовала себя кое-что. Покупочками чуть-чуть душу порадовала. Так что смотрите, там не выключайтесь. Дальше будет вторая часть, но те покупки были сделаны ранее. Так что я не прощаюсь. Смотрите, буду ждать ваших комментариев. Еще покажу вам сегодня. Вот на почте я сразу две посылки получила. Одна выигрыш мой с Китая, с Джума. Вот эти вот панели. Фу, панели. Панели мы купили. Плинтуса. Тоже клейки, как и панели идут. Ну, вот они мне выпали. Там не выбираешь, как что Джум выберет. Там несколько как бы продуктов. Там не только хозяйственные. Все выбираешь. Ну, вот мне повезло. Но это как раз в коридор нам сейчас пойдет. Хотя там у нас немного зеленоватый. Я вот часть стены уже сделала. Сниму вам. И точно такие же мы купили. Дальше в коридор буду делать. Ну, еще я получила сегодня. Похвалюсь вам, похвастушка, посылочку. Это сюрприз. Я потом вам видео, смотрите, другое видео будет, покажу. С мужем уже распечатали, я просто в шоке, в восторге. Но получается, это посылка к дню рождения у меня. У меня, конечно, в конце апреля, но уже практически середина. И получается, это как подарок к моему дню рождения. Я очень рада. Вообще, спасибо, это посылка-сюрприз для меня была от моей зрительницы. Там я вам расскажу, от кого. Смотрите видео. Ну, сейчас покажу вам еще панели. А вот эти, в принципе, удобно. Клейки. Пока такой бюджетный ремонт делаем. Дорогой, пока нет возможности обновить коридор, потому что заходишь сразу, это лицо, квартиры, коридор. Решили пока его немножко сделать чистеньким, освежить. Так, вот такие вот клейкие вот эти панели. Сейчас вам покажу стену, которую сделала, я не помню, показывала, нет здесь, потому что темновато. В конце комнаты, видите, видео не очень получается. Сейчас вам покажу на стене, где светлее, где уже мы сделали. Ну, вот такие же мы взяли.
далее вот туда в коридор будет. Там обои такие под дерево наклеены. Это было сразу, как нам мы квартиру получили после капремонта дома. Дешевенькие обои такие были. Ну вот мне вот эти еще надо будет косяки покрасить вот этой краской для радиаторов, чтобы можно было их мыть. Она, я красила, но она такая не глянцевая. Вот. В общем, вот такой же будет коридор потом. Такого же вот цвета. Взяли еще панели. Сегодня, завтра нам еще 10 штук должны будет довести в магазин. Не хватило нам. Так что вот, я с вами поделилась покупками. Смотрите дальше. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Ну, сегодня я поделюсь своими вот небольшими покупками. Это за вторую половину марта было, где-то за 2 недели. Вот без продуктовых. Продуктовые не снимала. Только такое вот это все собрала, оставила, собирала в пакет. И думаю, сниму уже и все разложу, уберу что-то в запасы, что-то в использование. Так, ну давайте покажу. Покупала я фикс прайс от Папи вот такие ватные диски. Тоже сейчас их уберу в контейнер. Затем вот к 8 марта, это даже за вторую еще, за март. Да, вот с 8 марта, я же перед 8 марта где-то, 8, после 8 прям показывала. А муж вот еще мне покупал. Такие два подарочка к 8 марта. Еще к тем, что я вам ранее показывала в видео. Вот такие два наборчика. Это у нас идет крем для рук ночной и крем для рук, ну, как дневной, можно питательный, от бархатных ручек. Вот такой вот наборчик. Так, затем, извиняюсь, что опять звук забыла отключить. Просто вот домашние дела делать. Воскресенье вот и стараюсь. Так, от рецептов бабушки Агафьи. Себе дарил подарочный набор для тела. Яблоневый цвет. Гель-скраб и лосьон для тела. Тонус и упругость кожи. Они идут вот в таких вот упаковочках. Ну, как обычно, у бабушки Агафьи и маски все. Ну, что-то фокус у меня не хочет ловить. Так. Что такое с камерой? Вот. Можете почитать, кому интересно. В общем, вот такие два наборчика еще подарил мне муж. Затем в фикс прайс я покупала вот такое вот мыло. Люкс. Прекрасный аромат идет от него. Здесь небольшой кусочек. Так, сколько тут грамм найдем? Ну, что же у меня сегодня с камерой? Снимаю днем специально. Пока светло. Вообще фокус не ловит. Никак. Ну, кто девочки брали, знаете. В общем, вот такой мыло люкс. А, вот, 85 грамм. Господи, не видела. Больше никаких новинок у нас нет. От весны в коробочке. Еще есть мыло, но что-то пока не решаюсь его купить. А вот что я уже говорила, девочки показывают турецкое мыло. К нам вообще не привезли его. Уже в двух магазинах смотрела. Но у нас еще один фикс прайс есть. Но мне туда далеко идти, поэтому не смотрела. Ну, я думаю, там, скорее всего, нет. Также покупали фикс прайс вот такой вот сустамол. Муж брал разогревающий актив гель. 50 миллилитров. Затем вчера в частном магазине я купила от Studio Professional. Вот опять эту же краску свою повторила. Но новых оттенков нет. Повторила темную вишню. Сегодня буду краситься вечером. Также фикс прайс новиночка у нас вот и покупала. От Breath Total Чистота и Блеск антиналет. Лимонная свежесть. Вот такой вот спрей появился. 500 миллилитров. Так, далее. Кондиционер тоже фикс прайс покупала. Большой здесь объем от Вернель. Так, сейчас. Пион и белый чай. Так, здесь у нас объем идет на 1740 миллилитров. Цена была что-то 297 рублей вроде бы. Меньше 300. Но очень выгодно, чем в пятерочке. 200 с лишним уже там 900 миллилитров продаются. Далее у нас открыли магазин. Все по 69, но там с посуды я много себе приглядела. Потом возьму, можно также чай, какие-то там макароны. Это потом зарплаты заедем, как-нибудь возьму. А я вот увидела такой витаминный тоник. Малина и ревень. Что-то меня заинтересовало. Ну, рискнула, купила. Надеюсь, все нормально будет с кожей. Там все по 49. Вот здесь 250 миллилитров. Вот кто производитель. Ну, думаю, все нормально будет. Вот, срок годности. А, изготовление июнь 22-го. Так что, думаю, все. Вот именно меня малина и ревень заинтересовали. Там виды 3 их вроде бы было. Также еще в частном магазине вчера опять купила колгон.
Затем фикс прайс вот такой вот еще освежающий мусс гиалуроновый для умывания. Очищает, освежает, улучшает цвет лица от Флорисан с розой. Там еще был вроде бы алоэ или оливковый. Я взяла вот именно с розой. Аромат розы потрясающий. Вообще мне очень понравился. Мне кажется, даже болгарский как бы. Но мне нравится. И в красно-белое вот сегодня купили туалетную бумагу. Две упаковки взяли по 4 рулончика. Они по 69 рублей. Две упаковки взяли. Но вот сейчас у нас только такие. Ароматизированных нет. Пока куда-то исчезло. С Джум мне пришла вот такая вот щеточка. Но я вам показывала. Я фикс прайс покупала. Она вот как бы подлиннее вот это идет щетиной, чищу холодильник, прочищаю ей. И также пробовала стоки в раковине в ванной, отлично прочистила. Так что хорошая вещь, но это я вот сначала в Джум заказала, а потом увидела фикс прайс, поэтому две, ну, не лишними будут. У фикс прайс попрочнее вот проволочка, здесь как-то она гибкая, но может быть подлиннее идет. В общем, вот в Джум такое взяла. И в Джум еще, с Джум мне пришла вот такая пудра. Уже, наверное, третий или четвертый раз я ее заказываю, с алоэ вера. Очень она мне нравится, этой марки. Раньше как-то, может быть, оттенок другой заказывала. Она немножко шла как перламутровая, как светоотражающая получалась. А это нет, просто идет. Но оттенок 02, да, вот я 01 заказывала. Потом в следующий раз 01 закажу, мне прям нравится. Это вот такая вот, ну, телесного цвета. А та посветлее, но она прям вот с этими легкими-легкими блестками очень красиво получается, на лице смотрится. Аромат приятный, вообще такой косметический, мне тоже он очень нравится. Покупала также от Унипласт фикс прайс вот такие бактерицидные пластыри. Новые сапоги купила, осенние ботиночки, и вот на одной ноге. Ну, ноги чаще всего у нас у всех разные, вот немножко как жестковатая, там пяточка натирает мне, вот поэтому покупала. Далее сестренка мне подарила вот такой вот лак. Тестер, вот такой вот оттеночек. Это ей в коробочке красоты Глэмбокс пришел. Она лаками не пользуется, она входит, гель покрытие делает. Сделано в Германии, написано, вот германский лак. Ну, я очень довольна была, спасибо огромной сестренке. Вот такой, наверное, оттенок А10. Ну, думаю, что все. Сегодня вот хочу маникюр сделать. Вечером все, волосы покрашу, приведу, руки в порядок, ногти. Ну, вот, вот такие были покупки, совсем небольшие. Я с вами поделилась, наконец-то все это уберу. Ну, потом со временем в апреле, уже начался апрель, сегодня 2 апреля. Всех с весной еще раз. Пусть дни будут теплыми, у нас вроде потихоньку начинает теплеть, светит солнышко. Вот я тут себе такую вазочку поставила на колонку в детской комнате возле компьютера, где я сижу. И вот, кстати, буду снимать посуду еще сегодня. Вот это старая бабушкина ваза еще. Кому нравятся такие видео, тоже следите, смотрите. Сегодня постараюсь отснять еще часть посуды видео. Всем спасибо, кто был со мной, кто посмотрел это видео, кто смотрит мое видео. Спасибо всем огромное, кто пишет комментарии. Всех вас очень люблю. Всем всего хорошего. До новых встреч, до новых видео на моих каналах. И в Яндекс.Дзен тоже подписывайтесь на всякий случай. И в Ютубе буду вас всех ждать. Всем до новых встреч. Пока-пока.